вопросу о дальнейшем вот, исследовании. То есть я понимаю, что это качественное исследование, которое должно предварить какое-то большое уже объемное количественное. А два вопроса тогда. Будете ли вы вот те гипотезы, которые вы набрали в этом углубленном, расширять другими способами? И второе, будете ли вы углублять как бы вот, прицел своего исследования? Потому что это больше социологические данные. Даже когда мы говорим о портрете, то это не то, какой он есть, а то, как он себя рисует. А вообще-то, ну, очень много сейчас серьезных проблем выводит нас на вопрос, а какие они, вот эти дети цифровой эпохи, и какие там риски, какие возможности. Для этого надо изучать уже их самих, то есть больше погружаться в такие больше психологические темы, не в социологические. А вот как вы в этих координатах видите судьбу дальнейшего исследования? Спасибо большое за вопрос. На самом деле мы сейчас действительно на таком перепутье, потому что, ну вообще, я уже говорила, что современная ситуация меняется кардинально. Не факт, что подростки через там, месяц мигрируют вообще из ВКонтакте куда-нибудь еще. То есть, с одной стороны, можно продолжать делать такие вот исследования, мониторинги и говорить, что а сейчас уже подростки регистрируются в сети в 5 лет, а сейчас они уже рождаются зарегистрированными в сети. Ну, то есть можно вот за этим наблюдать, да? Можно пробовать эти гипотезы действительно раз за разом еще как-то вот проверять. Например, мы делали вот этот день без гаджета несколько раз с разными подростками. Но пока, в общем, все подтверждается. У нас была сделана попытка, вот нам надо доработать с этим, такого все-таки совмещения тоже качественного и количественного исследования. Мы проверили 2000 аккаунтов подростков. Мы использовали для этого два как бы метода совсем разных. Первый, мы тоже сделали такую матрицу для анализа, но мы смотрели только на фотографию, только на аватарку, что содержится как бы в аватарке. Мы с группой психологов прям сели и 2000 аватарок просмотрели и попробовали зафиксировать, что на аватарке. Один ли он или с кем-то в помещении или на улице, какая-то социальная как бы среда или какая-то закрытая, с друзьями, без, ну, то есть вот так вот все, что можно вытащить из этой аватарки, попробовали зафиксировать. Потом мы использовали Microsoft Cognitive Services. Это специальные программы, которые анализируют и тегируют изображение. То есть они сканируют его и дают все теги, которые с этим изображением. То есть, в принципе, то же самое, что и мы сделали, тоже теги. Но здесь есть такое большое но. Во-первых, сам этот сервис Microsoft, он еще только учится. Это тоже такой искусственный интеллект. Он учится, его обучает Microsoft, собственно, работать с изображениями, анализировать. У нас было несколько смешных историй, когда там, ну, например, Microsoft дает какую-то свою интерпретацию фотографии. Ну, например, там девушка, помещение, веселье, еда. В итоге, когда ты смотришь на фотографию, там это лошадь, например, в поле. То есть мы пытаемся сейчас написать такую методологическую статью «Психологи против», ну, не знаю, против или ВИСИ технологии. То есть что видят психологи, что видят вот эти вот технологии. Вот, но поэтому вот мне сложно вам сказать, какой наш путь. Мы думаем, как дальше двигаться. То есть здесь это вот и можно действительно пробовать, проверять дальше и как бы углубляться, или что-то еще интересное выхватывать. Пока, видите, вот так вот про много чего. Такой вот приколаж как раз получается. Про это мы знаем, про это мы знаем, про это мы знаем. Вот такой сейчас пока подход. Да, здравствуйте. А знаете ли вы про то, насколько хорошо они умеют самоорганизовываться в сети? Хороший вопрос. Но вы знаете, из интервью я могу сказать, то есть мы отдельно это не изучали, да? Но действительно, в интервью у нас про это довольно много. И это тоже такой новый действительно фактор, новая такая фишка современных подростков. За что бьются родители, да? Они часто говорят, они сидят дома и не входят на улицу. Я ему говорю, что ты сидишь, на улице солнце, иди гуляй. Что говорят подростки? Ну, я захожу.
захожу, я смотрю, кто есть в группе. Мы выбираем, куда мы идем, мы организовываемся, мы придумываем какое-то место. Они действительно используют там все эти квесты, парки, события городские довольно хорошо знают. То есть мы организуем свой досуг. То есть, как было раньше, в моем детстве, когда ты выходишь во двор и смотришь, кто там есть вообще, да? В этом дворе ты посмотрел, ну так себе компания, уже собравшись с кем-то еще, да? Пошли еще куда-нибудь, есть какие-то точки, в которые ты должен как бы зайти и проверить. То есть сегодня, например, вот это вот, иди на улицу, там солнце, там кто-нибудь гуляет, там никто не гуляет, я знаю. Ну я знаю, там никто не гуляет. То есть это тоже очень меняет сильно вот этот вот повседневность. А по самоорганизации, ну вот я уже сказала, действительно они мониторят, они хорошо знают все, что происходит. То есть есть у них какие-то ближние места, в которые они ходят, есть какие-то события, ну если там, например, ребята живут далеко от центра, то типа это круто съездить там в парк Горького или куда-нибудь на ВДНХ обновленный, да, и как-нибудь там что-то такое сделать. Но это все заранее спланировано и соорганизовано, конечно. Здравствуйте. У меня сразу несколько вопросов, я их просто буду задавать один за другим, решите, как буду отвечать. Вопрос первый. Вот по поводу исследований, где принимали участие 11 ребят. Скажите, пожалуйста, эти ребята учились вот в одной школе, в вашем лицее? Да, да. Это были подростки из... А, нет, подождите, нет, вру. Это было две школы. Это был лицей? И это была школа с окраины, такая совсем другая. Ну, то есть есть вероятность, что они знали друг друга, да, и они обменивались какими-то мнениями? Но между собой нет. Вот эти две группы нет. Я не помню, как они делились. А внутри группы знали? Ну, условно, это было две микрогруппы. Mm-hmm. Я не помню, какое количество соотношения было этих детей, потому что это как бы было исследование в исследовании. То есть они еще принимали участие в другом исследовании. Но вот в микрогруппах знали, да. Ну, и получается, что... Они вели свой блог, уже зная, что за ними наблюдают. И вот, имели возможность друг с другом это обсуждать. Да, смотрите, здесь нужна поправка. Да. Значит, когда мы с ними договорились, что мы не участвуем в исследовании, мы что сделали? Мы, например, с ними там в апреле договорились, что мы анализируем их аккаунты, и мы сделали что? Мы посмотрели условно полтора месяца до того, как они согласились, и после того, как они согласились. То есть мы, конечно, предполагали, что, наверное, может быть какая-то корректировка опубликуемого контента, но она тоже не может, как сказать, продолжаться вечно. То есть можно предположить, что первые пару недель, например, они как-то держались или чего-то не писали, а потом, например, как пошло это, в общем, как такая повседневная история. Скажите, пожалуйста, а была какая-то разница между поведением в сети, скажем, вот группы из, как вы сказали, школы с окраины и детей, которые в лицее? Ну, вы знаете, так как их всего 11, мы их не делили вот таким. Потому что очень мало. Тут надо брать больше и тогда как-то анализировать. Хотя, видите, там кто-то у нас почистил контент, а кто-то нет, можно посмотреть. Вот, честно говоря, не смотрели по этому признаку. Можно глянуть. Спасибо вам за предложение. Я хотела еще поинтересоваться, может быть, вы знаете, психолог Катерина Мурашова, она вот на СНОБе 2 лета подряд публиковала результаты своего исследования, там у нее 68 детей принимали участие, о том 8 часов без гаджета. Да, я видела, наверное, я вот видела несколько таких исследований, я, честно говоря, не помню автора, но вы знаете, у меня... Я сейчас не знаю, вот про это я конкретно говорю, исследование или нет, но у меня был большой вопрос. Значит, когда людей на 8 часов закрывают в помещении и дают им, там им дали бумагу, фломастеры и чего-то еще такого, и удивляются, что как бы через 4 часа начинают люди сходить с ума. Ну, то есть, если вы мне дадите бумагу и фломастеры, я, вероятно, тоже, в общем, это не совсем то, чем я хочу заниматься. То есть, мы здесь как раз, когда вот этот проводили наш эксперимент, мы с ними очень четко договаривались. Гаджет — это что? И что можно делать, а что нельзя? То есть, вот мы, например, говорили, что телек посмотреть можно, скачанный сериал посмотреть можно. Заходить в социальную сеть нельзя. Ну вот я сейчас уже не помню, мы с ними сами эти правила придумывали и вот так вот разграничиваем. То есть по идее совсем, понимаете, помещение в такой вот вакуум
Это одна и та же история. Это тоже как бы исследование, но вот оно немножечко, это скорее не прям про гаджеты, это про умение находиться самому с собой, и там, по-моему, про это было. Но вот я говорю, в таком современном мире, мне кажется, что любого из нас помести в помещение с фломастерами будет непросто. Пока несется, несите лес. Маленький вопрос. Среди удаляемых постов был ли отбор, потому что был пост, он не набрал лайков, его надо удалить? Или это не... Тоже, кстати, хороший вопрос. Но здесь, по-моему, мы на это вот не смотрели, что конкретно удалялось. Да, это можно сделать. Но это очень забавно. Это в интервью очень хорошо видно, когда мы тоже с ним разговариваем и спрашиваем. Ну, вообще, как бы для тебя важен лайк? Получаешь там, за этим. Следишь, они говорят, нет. Лайки, но это как бы глупо вообще считать лайки. Я вообще на это не обращаю внимания. Потом, когда начинаем смотреть аккаунт, они говорят, ну, если у меня меньше 15 набирает, я как бы стираю. У кого-то там, ну, меньше 50, как бы это вообще не вариант, значит, я это подчищаю. Это вот к этому вопросу опять идентичности, понимаете? Я отправил, я предъявил себя каким-то образом, я считываю. То есть, ну, нет уже пальца вниз во ВКонтакте. Есть лайк. Но лайки можно тоже считать. Мало лайков, значит, как бы это не круто. Много лайков, значит, я это оставляю. У нас вопрос молодой человек. Огромное спасибо за рассказ. Вопрос скорее больше про статистику. Я правильно понимаю, что вас интересовали не эти конкретно 11 подростков, а некая большая социальная группа, для которой наблюдение за этими 11 как-то бы коррелировали? Ну, наверное, мы пытались как-то, да, скажите, а с какой большей группы вы хотели коррелировать? Все подростки в той же школе, что и эти, в том же районе города, в том же городе, все подростки в стране, там, на континенте, по всему земному шару. Какая у вас целевая группа была? Ну, вот так, честно говоря, мы не думали об этом. Хороший тоже вопрос. Не знаю, видите, пока мы такой вот... Я понимаю, что это такая средняя температура по больнице, такой средний портрет подростка. И, вероятно, будет разное как бы поведение. Но ведь тут, может быть, ребята поступили куда-нибудь в вуз и решили вот с чистого листа начать. А, например, если там я никуда не поступаю, остаюсь, не знаю, в своем там поселке, например, начинаю работать, возможно, будет другая как бы практика поведения. Или там я в армию ухожу, что происходит с моей страницей. Поэтому, наверное, если группу тут выбирать, ну, то есть это, да, это подростки среднего класса и городские, вот как-то так. У меня еще вопрос, эти 11 человек ровно поделены были, то есть 5 человек лицей или там, может быть... Вот честно, я не помню, потому что это было, я говорю уже, исследование в исследовании. Я думаю, что примерно да. Но видите, ну, важно, потому что, чтобы поступить в лицей, надо сдать еще дополнительные экзамены после обычной школы, это уже разные другие показатели. У меня вопрос, были ли какие-то дополнительные критерии для отбора этих людей для участия, или просто вот все, кто откликнулся и так далее? Да, это было вот так. Это было открыто, да. То есть мы просто звали ребят, приглашали, у них была определенная как бы мотивация, там надо было получать какие-то кредиты за участие в проектной деятельности, то есть они получали их, но это были, конечно, разные ребята, но и вы видите, было больше, например, девочек у нас набралось, конечно. Правильно ли я еще понимаю, что это был 2015 год, когда были первый срез, и это не распространенные ни WhatsApp, ни Viber, ну то есть все мессенджеры еще не вышли? Нет, уже были мессенджеры, и они активно ими пользовались, это тоже есть у нас, да. И вот последнее, то что данные, собственно, через год, по факту это немного такая интерпретация ваша, да, то есть узнать, действительно ли он удалил, потому что он поступил, или он удалил... Да, абсолютно, я говорю, что очень грустно, что мы, например, с ними не смогли поговорить после этого, поэтому это мы только вот можем догадываться, что это был 11-классник, вероятно, он куда-то поступил, да, и... Да. Спасибо. Вот за вами, Маша. Здравствуйте, меня зовут Мика, у меня такой, наверное, традиционный вопрос. Если мы затрагиваем тему интернета, соответственно, я так понял, что лично вы для себя считаете, что не нужно разделять офлайн и онлайн. Все ли ваши коллеги согласны с этим? Потому что на данный момент у нас есть большая проблема в исследованиях интернета, того вообще нужно ли
это разделение. Интернет для нас это просто новый какой-то медиум или новая палка-копалка, которую мы используем. Все остается таким же, либо это абсолютно новая среда, которая все кардинально меняет. Отвечали ли вы для себя во время создания этого исследования и продумывали ли эти вещи, и продумывали ли после этого вы и ваши коллеги, если можно? Спасибо. Ну, действительно, я сказала, что дискурс тут сменился, да, вот что интернет, в смысле онлайн, VC офлайн, но он не на 100% развернулся. То есть до сих пор вы можете найти исследования про риски, опасности, про такое совершенно другое поведение в сети. Поэтому другой, если бы на моем месте сидел исследователь, мог бы сказать, что нет, это совершенно новая среда. Мое мнение по этому поводу, что интернет, социальные сети, там, мессенджеры, можно перечислять до бесконечности эти технологии, они, конечно, меняют нашу повседневность. Очень сильно меняют, да. Ну вот я уже сказала, круги общения сливаются, мгновенность, то есть отсутствие вот этого ожидания какого-то, трепета перед чем-то исчезает, событийность постоянная появляется, дергает ленту, да. Это точно как бы, точно что-то, что меняет нашу жизнь и жизнь современных подростков, ровесников флешки, которые, собственно, с этой дергающейся лентой, в принципе, вообще родились уже. Но как меняются эти молодые люди, это другой вопрос. Этого мы не можем как бы сейчас узнать. Это нужно такие действительно поколенческие исследования проводить. Если пробовать фантазировать на эту тему, то я бы сказала, что, например, многозадачность, вот это вот умение находиться сразу в нескольких социальных кругах, делать несколько дел одновременно, это то, что воспитывается тоже этими технологиями. Плохо ли это или хорошо? Ну, наверное, для современного мира это как бы нормально. Это требуется везде, на работе, не знаю, в исследованиях. Поэтому, значит, отвечаю еще раз на ваш вопрос. Пересечение онлайн и офлайн, на мой взгляд, невозможно, в смысле, разделить сегодня онлайн от офлайна. Это да. Меняет ли онлайн нашу офлайн жизнь? Да, меняет очень сильно. Ответила я? Можно уточнение по этому вопросу? Вы сказали, что исчезает трепет, перед чем трепет исчезает? Ну, смотрите. Раньше, опять, ну, это вот сейчас я так фантазирую, да? Ты пишешь кому-то сообщение, ты ждешь результатов экзамена. Есть момент ожидания чего-то. Ты едешь куда-то, куда ты не знаешь, ты пытаешься найти место, о котором ты ничего не знаешь. То есть это такой момент, в том числе связанный с саморефлексией, вот с этим ожиданием, умением как бы эту эмоцию переживать. Сегодня вот эта мгновенность немножечко это стирает. Да? То есть мне не нужно ждать, я могу сразу написать. Ну понятно, что я могу сразу не получить ответ на сообщение, но написать я могу сразу. Посмотреть мероприятие, место, в которое я иду, я могу сразу. То есть вот нету такой немножечко тайны того, что происходит. Даже, например, идя сюда, можно как бы ничего не гуглить и просто прийти и сказать, ух ты, какое интересное место. Можно все посмотреть, в принципе, уже идти куда-то, куда ты знаешь. Вопрос. Как бы вы рекомендовали из ваших исследований для подростка, что полезнее, быть часто в онлайне или нет? Или вы знали сферы для развития мышлительного процесса? Рекомендовали бы вы сокращать количество пребывания в онлайне? Если да, то как? Бить и еще раз бить. Я, честно говоря, не могу вам ответить на этот вопрос. Не знаю. Честно говоря, вот я не знаю уже со сколькими подростками успела пообщаться за там энное количество лет, которые я веду эти исследования, ну, уже с несколькими сотнями. Я, честно говоря, для себя ни разу не нашла подростка вот такого из страшилок взрослых, который прям вот его засосала эта зовучая трясина, который не умеет себя контролировать, который вступает в какую-то коммуникацию с опасными взрослыми. Вот, честно говоря, ни разу такого у меня не было. То есть я, когда общаюсь с подростками, я вижу, что это довольно сознательные люди. Мы в том числе как-то для какого-то исследования обсуждали с ней вот эти вот
ну, опасные сообщения, опасно взрослых, получают ли они какие-то такие сообщения. Ну, они говорят, что да, получаю, но я что, дурак, я как бы их удаляю. То есть, понимаете, я нельзя сказать 3 часа в день и баста. Нельзя сказать, как это влияет, потому что это должны быть какие-то... Это должна быть нейробиология. Это невозможно сейчас, например, сегодняшних подростков, даже если мы им прицепим какие-нибудь датчики к голове, сравнить с подростками прошлых. Потому что к подросткам прошлых таких датчиков не лепили. Понимаете? Поэтому не знаю, не могу. Буквально 2 вопроса осталось. У меня маленький комментарий. Вы упоминали, что если написал человек из лагеря, то это совсем другой круг. При этом, если это мой близкий друг, но из лагеря, это другой круг или как круги? Но я здесь апеллирую просто к самой теории Бронфенбреннера про вот эти вот ближние и далекие круги. Тоже это, знаете, немножечко меняет ситуацию. Ну, представьте, например, вы меняете школу, да, в нашем... В нашем, как это было, детстве. Ты приходишь в совершенно новый, как бы, круг людей. Тебе надо как-то социализироваться. Тебе надо найти какое-то место там, да? Или там стать изгоем каким-то. То есть это такой вот, ну, серьезный шаг. Что сегодня можно сделать? Я прихожу в новую школу, и мне не нравится. Вы мне не нравитесь, люди. У меня есть, как бы, мой друг из прошлой школы. Я могу вот сейчас с ним чатиться. Я вроде как тут сижу, но мне нормально, потому что мы сейчас переписываемся, какой вот этот вот дурак, и вот этот вот мне не нравится. То есть это, ну, это сильно, действительно меняет здесь и сейчас круг тех, с кем я могу общаться, и это вот совсем разные вещи. Или, например, с иностранцами я могу. У многих подростков есть дополнительно, например, к ВКонтакте, Facebook. В основном у тех, кто много путешествует. Сейчас тоже это модно, ездить во всякие иностранные лагеря, учить язык. И у них появляется такой вот кружочек, круг общения с иностранными друзьями с других стран. Тоже это совершенно другое. Да? Быть в Москве, в школе, за окном идет снег, и общаться с кем-то из Испании, что-нибудь такое. У меня почетный последний вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы смотрели на публикации в социальных сетях, на страничках людей, правильно понимаю, что в поле вашего внимания не попадала коммуникация, то, что они пишут друг другу в мессенджере ВКонтакте? Нет, здесь мы этого не смотрели. Да. Ну, мы смотрели вот количество лайков, например, которые набирают публикации, но не смотрели вот эту коммуникацию. Ее, в принципе, очень сложно. Я понимаю, что это очень интересно, но ее невозможно... Открытый. Мы использовали только открытый контент, конечно. То есть, ну, наверное, у вас есть какие-то данные об этом в исследовании свободного времени, когда вы про повседневность с ними беседовали по результатам книжников. Что они делают в сообщениях, что они обсуждают. Ну, кроме того, сколько времени это занимает, на какие темы? Ну, опять, сколько времени, к сожалению, нет, но какие темы, да. Это в том числе связано с образованием и, например, социальными сетями, как новым таким тоже пространством для обучения, образования. Например, мы увидели, что очень часто какие-то проекты, которые нужно сделать в школе, выходят в социальные сети. То есть, когда возникает проектная деятельность в школе, задание, очень часто социальная сеть без ведома учителя начинает использоваться школьниками для реализации этого проекта. То есть, они объединяются в группы, они начинают накидывать идеи, фотографии, подтягивать какие-то статьи. То есть, это такое тоже новое, классное, на самом деле, с этой точки зрения, место. Потом еще, например, что было у нас интересно. Помните, несколько лет назад произошел этот большой скандал, такая большая, сильная очень история, я сейчас вот боюсь с названиями соврать, но когда на рынке значит, мигранты, подростки, там побили эти арбузы, была вот эта вот такая расовая, очень некрасивая история, и я помню, что мы разговаривали с даже с подростками, нет, не с подростками, но с их, по-моему, руководителем. Нет, все вру, подростки это были, подростки из школы, которая была очень близка к этому, как бы, очагу конфликта. И они сказали, что, вы знаете,
Мы очень много обсуждали эту историю между собой в социальной сети, потому что в школе нам, во-первых, ничего про это не сказали, то есть школа никак не отреагировала на то, что произошло рядом, собственно, и то, что было очень... Там, кто-то погиб в этой истории. То есть школа абсолютно как бы на это закрыла глаза, и больше того, когда учительница услышала, что мы обсуждаем эту историю в классе, нам сказали, что не смейте здесь об этом говорить, идите отсюда и это обсуждайте. Они мигрировали в соцсеть, и там вот этот вот свои переживания, на самом деле, они выливали в сети. Ну, такие вот две, как бы, таких два выброса, это не картинка.